открываем очередную клинику из сети клиник. Будь здоров! Будь здоров, Сочи! Прирост туристического потока и спрос на качественные медицинские и реабилитационные услуги. Эти факторы стали решающими для того, чтобы открыть клинику «Будь здоров» в Олимпийской столице. В этом центре доступны мировые разработки из практики реабилитационного лечения, применяются зарубежные технологии в области медицины и санаторного лечения. Здесь есть как стандартные карты процедур, кабинет лечебной физкультуры, ванны, грязелечения, массажи, аппаратная физиотерапия, так и диагностическое отделение, рентгенологическое, ультразвуковое, эндоскопическое и другие виды компьютерных исследований. Работает также взрослая и детская стоматология, педиатрическое, терапевтическое отделение и травмпункт. Помимо этого, в центре доступны и специфические программы ипотерапия и дельфинотерапия. Предусмотрено также использование целебных возможностей дендрологического парка, расположенного рядом с медицинским центром. Есть услуга выезда врача на дом, воплощена и идея телемедицины. В режиме реального времени по программе, напоминающей Skype, любой врач может получить мгновенную консультацию в режиме онлайн от специалистов в клиниках Москвы или других регионах России. Сеть клиник «Будь здоров» – это собственный проект компании «Ингострах», реализуемый с 2005 года. Помимо сочинского, в России уже работает 14 таких медицинских центров. Услуги предоставляются как застрахованным клиентам по программе добровольного медицинского страхования, так и частным лицам без полисов. Информационная база во всех клиниках единая. Клиенты «Ингостраха», во-первых, могут обслуживаться во всей сети «Будь здоров», то есть если, не дай бог, вы заболели где-то в Москве, а потом приехали на отдых в Сочи, то вы можете получить квалифицированную, очень профессиональную медицинскую помощь здесь, и вас будет вести ваш лечащий врач из Москвы. Работа «Ингостраха» в медицинском направлении продолжается. Уже сейчас прорабатываются социальные страховые программы, которые будут реализованы и в новом центре в Сочи. Находится он на улице Триумфальная, 12А, и работает ежедневно с 8 утра до 21 часа. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.